Привет, сынок. Привет, мам. Это ты что, папкин плейбой взял без спроса? Ну-ка положи на место, пока миска от него не выхватил. Я влюбился. В кого, сынок? Памелу Андерсон. Ты чё, сынок, она же старая, у нее уже сиськи давно отвисли, как у уши у спанеля. Нет, мам, она просто секси. Я сейчас Дунку позвоню, ты чё, шизанулся что ли? Это журнал 90-го года. Мне не надо, мам, я хочу только ее. Ты на то и рехнулся что ли, горе-то луково, найди себе живую девушку. Не хочу я живую, я хочу только ее, поняла, и точка, все. Конец разговора, только я хочу быть с ней. Вот так вот и все. Ладно. Матрёнь свой огурчик хоть на Елену Степаненко. Главное, чтоб папа не знал об этом.